Вступ України до НАТО для Росії навіть вигідно. Це так російська пропаганда потихеньку починає просувати тезу про те, що вступ України до НАТО утримає її від провокацій проти Росії. І Росія від цього лише виграє. А по поводу вопроса о статусі України. Сейчас уже, вообще много надо сказать, поэтому тезисно. Не, у нас время есть, можете. Уже не имеет никакого значения. Почему это? Вступит Украина в НАТО и Евросоюз, не вступит она туда. Потому что в любом случае Украина на ближайшее обозримое будущее является врагом России. И, кстати говоря, я давно считаю, что вступление Украины в НАТО очень во многом ограничивало бы и сдерживало ее. То есть их бы держали. На сегодняшний день ее не сдерживает вообще ничего. Угу. Можно клепать ракеты, можно шантажировать Россию. Шах і мат всім тим, хто не вірив, що пропаганда подасть як перемогу Путіна взагалі все, що завгодно. Врешті-решт розкажуть, що так зване СВО була хитрим планом, щоб спеціально Україну в НАТО загнати, і Путін знову переграв усіх. А це ось російські пропагандисти ще намагаються пояснювати, чому ж не вдалося взяти Київ за 3 дні. Виявляється, все пішло не за планом, бліцкриг не вийшов. А далі виявилося, що воювати доведеться в Середній Паласі, де йдуть дощі та заливає окопи, а дощі російська армія ніяк перемогти не може. Тому і вийшла ось така затримка. Хто всі розуміють, то, як пішла спеціальна воєнна операція, ніхто не задумувався ізначально. Що вона розтягнеться почти на 3 роки, об этом, ну, даже в дурном сні ніхто б не подумав. О том, что прорыв и молниеносные удары в сторону Киева приведут к образованию линии фронта, по-другому не назовешь, с отходами, отступлениями, окружениями, контрударами, прорывами и так далее. И то, что фронт на месте топчется, это понятно. Но поймите правильно. В одном и том же окопе никто не топчется 3 года. Есть продвижение, иногда вперед, зачастую, иногда и назад, как мы под Харьков отходили. А ведь это же не пустыня Гоби. Это, будем говорить, средняя полоса, да еще какая, черноземная, а дождики. А вы представляете, как выглядит дно окопа? Вы что думаете, там плитка выложена с бордюрным камнем? Это лысого. Там грязь по щиколотку. Хорошо, если не заливается в берцы сверху. И ведь это круглосуточно. И не один день. Ну, такого оригінального пояснення провалу так званої СВО ми ще не чули. Тим часом російський депутат Горульов страшенно стурбований тим, що російські школярі не знають, а через що взагалі почалася війна. І він тепер особисто змушений їздити і промивати дітям мізки. Можливо, тут можна побачити і плюс. Виходить, що за 3 роки затятої пропаганди і мільярди рублів, витрачених на Z-істерію, не привели до подібного результату. Хочеться вірити, що у дітей вже є якийсь там розвинений імунітет, і вони не віритимуть таким, як Соловйов та Горульов. Я зібрав зал хороший в політехнічному коледжі. От, помогли, все. Я розмовляв з дітьми, вважай, да, це там 10-11 клас, приблизно. Понятно, что они там пришли, там галдят, все остальное. Говорю, дети, почему началась война? Я просто с микрофоном иду по залу, говорю, почему началась война? Ну, это, наверное, политика. Что? Мы не знаем. Почему началась война? Непонятно. Я постарался им в течение там, 30-40 минут объяснить, а почему началось, когда началось, как это происходит. Вы понимаете, как дети слушали? Вот просто вот, тишина гробовая в зале. Я простым языком такие, чтобы дети понимали. Я потом с преподавателем говорю, слушайте, друзья мои, ну вот я к вас с глубоким уважением. Вот у нас сейчас ввели в школах разговор о важном. Вот вы мне скиньте, пожалуйста, о чем о важном говорить. А толком программы о важном нет. То есть каждый в какую сторону пошел, то есть нужно методику. Что ему важно, то он и говорит. То и говорит. А важно-то сегодня вот здесь, на фронте. Конечно.
И вы понимаете, я понимаю, что ребенок есть ребенок. Он сегодня живет, да, тоже где-то радуется, играется, все остальное. Но вот эти 10-е, 11-е, это те, кто завтра пойдут служить в российскую армию. Они уже должны понимать, о чем. Когда мы говорим, что ну что, они же тоже еще маленькие. В Курске кто оборону держал? Они держали. Срочники. Поначалу, пока остальные подходили. Але водночас пропагандисти, схоже, мають намір ісправити ситуацію, взятися за промивання дитячих умів. Горольов таки каже, що сьогоднішній старшокласник – це завтрашній срочник, який може опинитися на фронті. Тому дітей потрібно вчити поводитися зі зброєю. До чого ці їх плани приведуть, ми вже бачили на прикладі Курської області. У кращому разі – полон та обмін. Саме до цього майбутнього закликають готувати школярів, пропагандисти. Інших варіантів режим Путіна просто не надає. Я проехал по школам. Мы ввели предмет основы защиты Родины, безопасности, жизнедеятельности. Программа есть, учебника нет. Ну, нигде нет. То есть вообще не существует. Я говорю, хорошо, как вот там преподаете? Ну, как получается, берем там, ну, понятно, в интернете материал стараемся набрать. Вот в прошлом году 64 школы отремонтировали по программе. Президент тоже поставил задачу. В этом году 6 заканчивают сейчас. Закончили практически. Туда привезли нормальное оборудование. Есть и макеты автоматов, тиры. А есть. Макеты какие? 74-й. Сборно-разборные? Да. Ну, то есть уже нормально. Нормальные. Вот. Тиры есть. Воздушки есть хорошие. Я говорю, а где с воздушкой стрелять? Вы знаете, у нас тир. Но он не попал в программу реновации школы. Я говорю, почему? Ну, как-то посчитали, что денег не хватило. Под тир не взяли. Есть еще советских времен, тир в школах есть. К сожалению, ну, не очень хорошего состояния. А в остальных-то нет ничего. Я вот приехал в одну школу. Там женщина, да, вот она вот преподает, там, ну, ее поручили это дело. Сделали курсы, на курсы съездила, все остальное. А у нее нет ни учебника, ни матбазы, ничего. Ну, а как она будет преподавать? А ще у студії пропагандиста Владимира Соловйова запропонували побудувати свій Лондон і Вашингтон. І що зробити, як ви думаєте? Звичайно ж, вдарити по ньому ядеркою. А давайте построїмо на Новоземельському полігоні ядерному копію Лондона. Ну, хоча б центр Сіті. Пусть буде просто Сіті. І бахнемо. І ще Вашингтона, ось цей центр, де стоїть колони, Білий дом, ось ця центральна частина. І проведемо учение с применением, возможным применением, у нас подготовленный полигон, пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей булавы пролетит из Атлантики в сторону Новой Земли и поразит, вот здесь 150 килотонн тротилэквивалента, поразит Вашингтон и Лондон. И потом на Ютубе, пусть 3 миллиарда пользователей Ютуба посмотрят, как выглядит уничтожение столицы Британии и США одной всего лишь разделяющим одним боевым блоком из 10 боевых блоков, которые входят в состав каждой булавы. А сколько этих булав на каждом ракетоносце, а сколько у нас ракетоносцев класса Борей. То есть, и пусть считают, сколько блоков хватит на каждый мегаполис коллективного Запада. И вы знаете, мне кажется, с этого надо начать. Потому что эти люди, прежде всего британцы, они действительно сидят в большой луже. А если не успеем построить, то... Я думаю, 2-3 недели тысячи мигрантов, которые сейчас не хотят покинуть нашу страну, возведут из фанеры центр Сити, будет и Букингемский дворец, и Биг Бен. Все это полетит синим пламенем. И так красиво полетит, что мир ужаснет. Вот это мне так кажется. Возможно, этого и не надо делать, но мне кажется, что надо, потому что за лужи им кажется, что к ним не прилетит. Тим часом Росія самомильними кроками йде назад у середньовіччя. Тут он РПЦшний піп Андрій Ткачов заявляє, що російські мальчики повинні вміти спати на землі і битися, ну, щоб йти до армії. А ось місце жінки, ну, звичайно ж, де на кухні. А вся наша задача сьогодні заключається в тому, щоб бути серйозними. Чтобы мальчишки умели драться и учиться, и спать на земле, и с одного куска хлеба быть сытым. А потом, когда вырос, чтобы тебя привели на полосу препятствия, привели тебя в оружейную комнату, привели туда, привели сюда, и чтобы ты все это разобрался в этом всем, как рыба в воде, чтобы плавал между всего этого. Женщина пусть на кухне плавает между всеми домашними начинениями, там ее место.
Оце заступник голови правління російського Збірбанка. Він заявив, що тільки з початку цього року росіяни перевели українським телефонним шахраям близько 250 мільярдів дерев'яних. При цьому, за його словами, 40% усіх відрахувань, це близько 1 мільярда доларів, на секундочку, пішли на фінансування саме Збройних сил України. Скільки денег вообще удалось вывести или своровать у росіян? Ми вважаємо, що ця цифра приближається примерно к 250 мільярдів. 250 мільярдів? 250 мільярдів в год, да. І якщо этот тренд сохранится, ми не исключаємо, що ця цифра може достигнуть по итогам 2024 года 300 мільярдів. Подавляюще більшість цих денег уходить в те самые колл-центры, которые орудуют против россиян. Около 20% этих денежных средств идет на заработную плату мошенникам, звонящим, звонарям. Звонарям. Еще около 20% это чистая прибыль собственника, хозяина этого колл-центра. Еще 15-20% входит на так называемую крышу, там местные полиции, разным бандитам, которые их охраняют. І не менее 40% уходить на фінансування ВСУ. У цей же час російські генерали та чиновники не те, що нікому там нічого не переказували, а у російських військових просто крадуть і мільярди. За що ми їм вдячні. Друзі, на цьому все. Обов'язково напишіть ваш коментар, для мене це дуже важливо. І до наступних випусків.